Согласно распорядку дня, подъем у бойцов СОБРа раньше 7 утра. Все время пребывания здесь расписано по минутам. И нарушает этот распорядок только заяц Захар, которого одна из групп, вышедшая на задание, вызволила из капкана. Теперь он полноправный член отряда, только из палатки выходить не желает. А между тем на полигоне отрабатывается тактика специальная подготовка, зачистка местности и перестрелка с террористами. Это называется движение разведдозором и разворот дозора, разворачивание в боевой порядок при встрече с противником. Противники обезврежены и задержаны, задание выполнено и можно немного передохнуть. Война войной, а обед по расписанию. Сегодня в меню боярская каша, хлебобулочные изделия, масло, картошка. Немаловажный факт, если раньше бойцам выдавали сухпайки готовые, то теперь они могут купить все продукты по своему усмотрению и составить меню на свой собственный вкус. После обеда работа над ошибками и подготовка к выезду на другой объект. Всего на сборах находится 30 офицеров. Попасть в число бойцов СОБР непросто, хотя вполне реально. Высшее образование должно быть обязательно юридическое. Значит, соответственно, прохождение службы российской армии, значит, так. Ну и желательно, чтобы личный состав проходил где-то в спецподразделении, конечно. Завершается день планеркой. Теперь лагерь готовится к отбою. Только новобранец Захар по-прежнему игнорирует распорядок дня и собрался на прогулку. Батыр Ламбаев, Булат Подмаев. Новости дня.